посольству Республики Азербайджан в Республике Молдова, чрезвычайному и полномочному послу Азербайджана господину Гутси Османову Гутсинуглы. Обращение. Мы, азербайджанцы Молдовы, в лице Конгресса азербайджанцев Молдовы, решительно осуждаем акт агрессии Армении, совершенный 12 июля 2020 года в отношении Республики Азербайджан. Несмотря на то, что мы находимся вдали от Родины, мы хотим выразить солидарность и единодушие с нашим народом, с лидером азербайджанского народа, президентом Ильхамом Алиевым. С чувством большой гордости мы еще раз стали свидетелями мощи и силы армии Азербайджана, которая дала решительный отпор врагу. Мы выражаем глубокие соболезнования семьям, родным и близким азербайджанских военных, геройски погибших в боях на передовой линии обороны. Все азербайджанцы мира, в числе которых и мы, азербайджанцы Молдовы, сегодня готовы по первому зову Верховного Главнокомандующего Азербайджана включиться в борьбу за восстановление территориальной целости Азербайджанской Республики. Мы решительно осуждаем эту провокацию, требуем признать Армению к ответу за нее, а также за попытки Армении развязать новую необъявленную войну против Республики Азербайджан. Подобного рода провокация является серьезным препятствием на пути мирного урегулирования армяно-азербайджанского Нагорно-Карабахского конфликта. Такого рода агрессии нарушают международное право и являются угрозой безопасности для всего региона. Мы обращаемся ко всем международным организациям, Минской группе ОБСЕ, с требованием провести тщательное расследование провокационных и агрессивных действий Армении в Тавузском направлении армяно-азербайджанской границы, а также призвать Армению к соблюдению международного права, прекращению провокаций и выводу армянских вооруженных сил с оккупированных территорий Азербайджана, так как это указано в резолюциях 822, 853, 874, 884 Совета Безопасности ООН. Мы, азербайджанцы Молдовы, искренне верим, что в скором времени трехцветный флаг Азербайджана будет поднят на оккупированных ныне территориях Азербайджана. Мы, со свою очередь, готовы бороться за справедливое разрешение данного конфликта, установление мира и благополучия на нашей родной земле. Конгресс азербайджанцев Республики Молдовы. Утсималим. Пожалуйста. Хемет Малим. Пурун. Hamınızı salamlayıram. Hamınızı salamlayıram. Xoş gəldiniz həm vətənlərimiz. Bu gün bizim bura toplanmamızın əsas səbəbi məlum hadisələrə görə, yəni iyulun 12-sində Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycana təcavüzü nəticəsində torpaqlarımıza hücum edərkən aldığı cavablar görə yığışdıq ki, öz etirazımızı bir daha Ermənistan silahlı qüvvələrinə, Ermənistan dövlətlərinə bildirək və Azərbaycan dövlətimizin, ana vətənimizin yanında olmağımızı bəyan edək. Məlumdur ki, bu hadisələrdə Azərbaycan silahlı qüvvələri böyük fədakarlıq göstərərək, erməni faşizminə qarşı böyük həmlələr göstərərək onları geri oturmaq məcburiyyətinə məcbur etmişdir geri oturmağa və 12 şəhid verməyimizə baxmayaraq Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən 120 necə deyərlər erməni leşləri daşınmışdır. Biz buna bu hadisələrlə əlaqədar olaraq dünya diaspor hərəkatı dünya Azərbaycanlıların diaspor hərəkatı fəal iştirak etmiş və müxtəlif aksiyalar keçirilmişdir 30-a yaxın xarici ölkələrdə 100-ə yaxın və bu təşkilatlar aksiyalarda iştirak eləmişdir. 12 dildə bəyanatlar verilmişdir xarici dillərdə və biz də bugün Moldovada yaşayan azərbaycanlılar olaraq bu aksiyalara qoşuluruq və Ermənistanı geri oturmağa, işğalda olan torpaqlarımızı azad eləmək üçün Azərbaycan dövlətinin yanında olmağa hazırıq. Ona görə də biz Azərbaycan səfirliyinə yığışdıq və bunu səfirimizə müraciət olaraq müraciət elədik ki, bu aksiyanı keçirək. Bir daha hamıza təşəkkür edirəm və onu da qeyd edim ki, həlak olmuş şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin deyirəm, yaralı əsgərlərimizə də Allah şəfa versin.
Biz birleştik, güc de birlikteydi. Çok sağ olun. Nasıl bilmişsin? Buyurun. Aziz ve hürmetli hemyerlerimiz, aziz kardeşler, bacılar, her biriniz Azerbaycan evine, bizim sefiliğimize, sizin evinize hoş gelmişsiniz. Sizin Azerbaycan ordusuna, Azerbaycan'a, Azerbaycan rehberliğine gösterdiğiniz desteğe göre derin teşekkürümü bildiririm. Bugün burada bizlerle Moldova'da yaşayan kahraman Azerbaycanlılar yığışmıştır. İradeli Azerbaycanlılar yığışmıştır. Siz Azerbaycanlılar dostlarınızla birlikte gayret nümayiş ettirirsiniz. Bugün güclü Azerbaycan, Azerbaycan'ın güclü silahlı ordusu muasir silahla istenilen düşmanı yerinde oturmaya hazırdır ve Ermeni işgalçi Ermeni silahlı ordusunu da oturtabildi. 12 yılda Dağlık Karabağ'da yok. 7 işgal olmuş rayonlarımızda yok. Başka bir bölgede, Tovuz bölgesinde Ermenistan-Azerbaycan sərhədində Ermeni silahlı kuvvetleri, işgalçı cinayetkar silahlı kuvvetleri bizim doğma torpaqlarımızı, hərbi məntəqələrimizi, dinc əhalini artilleriyadan, topdan ateş açdı. Həmin zamanı bizim əskərlərimiz şəhid oldular. Generalımız Polat Həşimov, polkovnikimiz Vüqar Mirzayev ve bir çox əskərlərimiz onlarla birlikdə həlak oldular. Onlar şəhiddirlər ve onların şəhidlərimizin xatirinə bir dəqiqə sükut elan etməyi sizdən icazə istəyirəm ve elan edirəm. Azərbaycan uğrunda həlak olan şəhidlərimizə Allah rəhmət etsin. Onlar əbəd olaraq bizim qəlbimizdə yaşayırlar, yaşayacaqlar. Onlar Azərbaycan xalqı üçün, bizlər üçün nümunədirlər. 30 ilə yaxındır ki, erməni işğalçı qüvvələri, silahlı qüvvələri Azərbaycan torpağını işğal altına almışdır. Bizim doğma Qarabağımız, 7 rayonumuz ermənilərin işğalçı qüvvələri ayaqları altında tapdalanır. Siz bilirsiniz, 90-cı illərdə ayrı-ayrı partiyalar, ayrı-ayrı mövqələr xaricdən dəstək alaraq öz şəxsi maraqlarına görə ölkəmizi parça etməyə qulluq edirdilər. Bəziləri bunu başa düşürdü, bəziləri isə başa düşmürdü. Al çəhbəsinin zamanında ölkəmiz böyük torpaqlar itirdi. Xalqımızın iradəsini erməni silahlı qüvvələri sındırmaq üçün həmin satqınların əlinlə, bütün əlinlə gələni edirdilər. Və həmin dövrdə bizim torpaqlarımız işğal olundu. Çünki xalqımızı bir yumruq ətrafında birləşdirə bilən, onun iradəsini, onun ruhunu özünə, xalqımıza qaytaran liderimiz Azərbaycanda deyildi. 93-cü ildə nəhayət Azərbaycan xalqı öz liderini Ulu Öndərimiz Heydər Əliyev Naxçıvandan dəvət etdi. Tələb etdi onun gəlməyini. Və Heydər Əliyev 93-cü ildən başlayaraq Azərbaycan xalqını iradəsi ilə birlikdə, bacarığı ilə birlikdə birləşdirdi və erməni işğalçılarını yerində otuzdurdu. Biz sonra torpaqlar itirmədik. Onda bizim ordumuz yox idi. Onda bizim silahlı qüvvəmiz zəif idi. Silah sursatımız yox idi. Biz Azərbaycan reallıqlarını
dünya çattıra bilmirdi. Çünkü hariçte Ermeni diasporunun lobizmi çok güçlüydü. Biz doğru hareketleri hariçte dünya ülkelerine, beynəlxalq təşkilatlara çattıra bilmirdik. Ancak bizim bugün güçlü ülkemiz var, güçlü ordumuz var, güçlü iqtisadiyyata malik dövlətimiz var, ildən ilə inkişaf edən, çiçəklənən dövlətimiz var. Biz bunu aprel hadisələrində 2016-cı ildə təsdiq etdik. Erməni silahlı qüvvələri onda da provokasiya etdilər. Bizim ümumi ateşkəs rejimini pozdular. Bizim dinc əhaliyə qarşı topdan, artilleriyadan ateş açdılar. Ancaq bizim silahlı qüvvələrimiz onları nəinki yerinə otuzdurdu, həm də 2000 hektar torpağımızı, işğal altında olan torpağımızı azad edə bildik. 12 iyulda baş verən erməni silahlı qüvvələrinin törətdiyi təcavüzə qarşı bizim silahlı qüvvələr ordumuzun bölməsi adekvat şəkildə onlara cavab verə bildi və onları susturdu. Bizim gücümüz budur. Bunu erməni silahlı qüvvələri, erməni hakimiyyəti Paşinyan başda olmaqla nə səbəbdən etdi? Daxildə olan problemləri, əslində 20 ildən artıq rəhbərliyə edən Ermənistanda hərbi xunta rejimi 20 il ərzində ateşkəs rejimini pozdurmaq üçün bütün əllərindən gələni etdilər. Sülh danışıqlarını pozmaq üçün bütün cəhdləri etdilər. İndi isə Ermənistanda daxili vəziyyətin ağır olduğu, iqtisadiyyətin böhrana uğradığını, insanların rəhbərlikdən Paşinyandan narazı olduğunu nəzər alsaq, o Ermənistan xalqının fikrini başqa bir sahəyə yönəltmək üçün bu addım attılar. Çünki özü inqilab yolu ilə, çevriliş yolu ilə hakimiyyətə gəlib, 2 ildən artıqdır ki, o hakimiyyətdədir. Onun hakimiyyəti özünü doğrultmur. Ermənilərin artıq gözündə onun reytingi düşübdür. Hörməti düşübdür. Hakimiyyəti saxlamaq üçün ən cinayət, ən natəmiz yollara erməni silahlı qüvvələrini yönəltməyə hazırdır. Yəni, Ermənistanın siyasi, hərbi hakimiyyəti. Bütün dünya ictimaiyyəti Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü qəbul edir. Dağlıq Qarabağ və zəbt olmuş xalt altında olan 7 rayonumuz bizim torpağımız kimi bütün beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən qəbul olunur, bəyan olunur. Beynəlxalq təşkilatların, o cümlədən BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının 4 qətnaməsi var. O qətnamədə erməni işğalçı silahlı qüvvələri Azərbaycan torpaqlarından çıxarılması üçün qərarlar vermişdir. Qətnamələr verilmişdir. Dərhal tam və qeyd erməni silahlı qüvvələri Azərbaycanın torpaqlarından çıxarılması kimi qətnamələr vardır. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Assambleyası, ATƏT-in Parlamentlər Assambleyası, Avropa Şurası, Avropa Parlamentlər Assambleyası, NATO və digər beynəlxalq təşkilatların beynəlxalq normalara və prinsiplərə uyğun olaraq erməni silahlı qüvvələrinin Azərbaycan torpaqlarından çıxarılması ilə bağlı qətnamələri və qərarları vardır. Əziz dostlar, bilirsiniz ki, Moldova da erməni diaspora hakimiyyətə çox güclüdür.
Erməni diasporunun parlamentdə nümayəndəsi var. Prezident aparatında mühüm vəzifələrdə çalışan etnik ermənilər var. Hüquq mühafizə orqanlarında çalışan, bələdiyyə sistemində çalışan, mühüm vəzifələri tutan etnik ermənilər var. O ermənilər bugün bu ölkədə də öz təsir gücünə malikdirlər. Biz onlardan sayca çoxuq. Amma təəssüflər olsun, biz o sahələrdə biraz zəifik. Biz də aktivləşməliyik. Aktivləşmək üçün sistemli şəkildə diaspor təşkilatınız fəaliyyət göstərməlidir. Siz ermənilərdən iradəcən güclüsünüz. Sizin arxanızda Azərbaycan dövləti var. Sizin arxanızda Azərbaycan dövlətinin, Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev var. Sizin arxanızda səfili var. Və biz də sizinlə güclü olmalıyıq sizin ölkədə. Biz Azərbaycanlıların deputatları olmalıdır Moldova parlamentində. Bələdiyyə deputatlarımız olmalıdır. Bütün sahələrdə gənclərimiz təmsil olunmalıdır. Buna ehtiyac var. Əgər biz sizinlə bu işlərlə, bu mühim işlərlə məşğul olmasaq, kim bu işlərlə məşğul olacaqdır? Mən burada orta yaşlı qardaşlarımı görürəm. Sizə əmin edirəm, biz dünyanı tutub duran deyilik. Həmin qardaşlar da vaxtı gələndə bu dünyanı tərk edəcək. Amma gənclərə biz bugün şərait yaratmalıyıq. Onlara güc iradə verməliyik. Onlara yol göstərməliyik. Burada gənc azərbaycanlıları görürəm. Siz hər biriniz fəxr duyursunuz. Biz azərbaycanlılar xoşbəxt bir xalqıq. Ulu Öndər Heydər Əliyev bizə müstəqil Azərbaycan hədiyə verdi. Dünyada mindən çox xalqlar var. Amma bütün xalqlar, bütün millətlər öz müstəqil dövləti yarada bilməmişlər. Bizim isə müstəqil Azərbaycan dövlətimiz var. Azərbaycan bizim yeganə evimizdir. Biz evdən başqa heç yana gedə bilmərik bu planetdə. Azərbaycan üçün lazım olsa, vətənimiz üçün lazım olsa, sizlərlə bir yerdə gözümüzü verməliyik. Qan lazım olsa qan verməliyik. Can lazım olsa can verməliyik. O səbəbdən də siz bugün buraya yığılmışsınız. Təbii ki, Moldovada yalnız sizlər deyil azərbaycanlılarımız, başqa azərbaycanlılarımız da var. Amma siz vətəni sevərək, heç nədən asılı olmayaraq, vətənpərvərlik nümayiş etdirirsiniz. İradə nümayiş etdirirsiniz, qeyrət nümayiş etdirirsiniz və sizin ailənizdə doğulan, böyüyən uşaqlar da sizə oxşayacaqdır. Sizin kim olacaqlar? Onlar başqaca ola bilməzlər. Fərq etməz kim nə vəzifəsindədir, kimin pulu azdır, kimin pulu çoxdur. Fərq etməz. Biz bu gündə bir yerdə olmalıyıq və sizə dərin təşəkkürümü bildirirəm Azərbaycan Respublikasının adı, Azərbaycan Respublikasının adından. Tərəfindən dərin minnətdarım bildirirəm sizin bugün Azərbaycan səfirliyinə yığışmanız səbəbindən, milli ordumuzu, silahlı qüvvələrimizi dəstəkləməyi səbəbindən, ölkə rəhbəri prezidentimizi, Azərbaycan hakimiyyətini dəstəkləmək səbəbindən və siz bugün bildiyim kimi planınızda mitinginiz davam edəcək, erməni səfirliyinin qabağında miting edəcəksiniz. Onların aqressor siyasətinə qulluq etdiyini onlara çatdıracaqsınız. Heç nədən qorxmayın. Ölkəniz sizinlə olub, həmişə sizin arxanızda olub və sonra isə ATƏT-in ofisinin qarşısında olacaqsınız. Və sonra isə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının ofisinin missiyasının qarşısında olacaqsınız. Və nəticədə mən sizi Kişinyov şəhərinin mərkəzində Ştefan Şelmarinin heykəlinin yanında gözləyirəm. Sizə uğurlar olsun. Sağ olun. İndi isə əziz qardaşlar, rahat bildiyiniz kimi maşınlarınıza oturun, bayraqlarınızla bir yerdə missiyanıza davam edin. Sizə uğurlar.
Юля, на противоположной стороне оккупированной территории Азербайджана армянской агрессии, в Тоусском районе, на противоположной стороне абсолютно, от Нагорного Карабаха 300-400 километров вдали, в Тоусском районе, на государственной границе между Арменией и Азербайджаном, вооруженные силы Армении совершили провокацию. С тяжелой артиллерии стреляли по нашим селам и по нашим военным пунктам, пограничным пунктам. Почему? Потому что там проходят очень важные транспортные узлы. Газопровод, нефтепровод, шелковый путь. И по всей вероятности они хотели захватить этот высоту, где на территории Азербайджана, и оттуда стрелять по этим позициям. Тем самым устраивать провокацию против, то есть нарушив режим временного прекращения огня. Поразительно то, что они нарушили, где было убито около 12 солдат, военнослужащих, в том числе генерал вооруженных сил и полковник вооруженных сил Азербайджана. Они еще на весь мир попытались передать, что эту провокацию устроили вооруженные силы Азербайджана. Но мы правду до мировой общественности могли передать вовремя. И мировая общественность знает истину, что вооруженные силы Армении, нарушая режим временного прекращения огня, устроили военную провокацию, политическую провокацию. Как вы знаете, около 30 лет вооруженные силы Армении держат под оккупацией большую территорию Азербайджана. Нагорный Карабах и прилегающие семи районов азербайджанской территории. Мировое сообщество признает эту территорию территорией Азербайджана. Эта земля, Нагорный Карабах, как исторически и как в соответствии с международными принципами, нормами, является азербайджанской территорией. Есть резолюция Совета Безопасности Организационно Объединенной Нации. Без отлагательного и немедленного освобождения этих оккупированных территорий. Около миллиона беженцев во время оккупации были вынуждены покинуть свои родные очаги. И соответствующие постановления, резолюции международных организаций, не только Совета Безопасности, Организации Объединенных Наций, они требуют, чтобы было восстановлено фундаментальное право около миллиона беженцев, чтобы они вернулись на свои родные очаги. И чтобы все вооруженные силы были выведены из оккупированной территории Азербайджана. Это требование международного сообщества, это требование международной организации в соответствии с принципами, нормами международного права. Это требование Азербайджана. Армения обязана соблюдать эти нормы и принципы. К большому сожалению, до сих пор армянское руководство игнорирует в грубой форме соответствующие резолюции, постановления, принципы международных организаций, международного права. Сегодня что вы хотите от Армении? Что мы хотим? Я уверен и понимаю, что азербайджанцы сегодня собрались здесь, на территории посольства, согласовали заранее этот митинг и требуют, чтобы мировое сообщество дало правильную оценку оценку, что вооруженная сила Армении нарушили государственные границы и из тяжелой артиллерии стреляли по не только по представителям вооруженных сил, военнослужащим Азербайджана, и в том числе по мирным селам, где погибли мирные жители. Сколько человек было? Погибли 12 военнослужащих и несколько мирных жителей. Спасибо.
Спасибо. Ты вар машинда? Да. Yeah.
Командир, не загоняйте! За город не надо быть здесь нашими конфликтами! Загоняйте! Что ты его не загоняешь? Что ты его не загоняешь? А что ты нас это сам? Загоняй его за город! Садись за машину! Все, которые машины здесь имеют, сели в машины быстро! Чеги! Гады, они не просят, давай! Живые все, давайте, давайте! Амир, все, туда! Все по машине! Все по машине! Все по машине! Вот драк от этого начал! Садимся по машинам! Я принес тогда кольчик! Садимся по машинам! Все, мерзинка! Остался наш потоп. Верни, пожалуйста, флаг. А, вон. Все, ребята, по машине. Зачем этот флаг? Взять машину. Все, по машинам. Все, ребята, по машинам. Пора, он не мой леш, он не кесе, что он не мой. Давайте в ту сторону. Все по машинам. Едем им. Thank you.
Şey, bu şeyler var da bir dersinde bana. Согласен, а? Микрофон, микрофоном надо. Там идет лодка, мира, там идет лодка, а рум сам. Бела, бела. Ну что, хорошо, Лена, меня скомандовали, а когда думаю?
Бахти бар, яс бая. Бия дизелин бардак, бахти яхты. Микрофон на. Конгресс Азербайджанской Республики Молдова осуждает акт агрессии, совершенный 12 июля 2020 года в направлении Тавузского района азербайджанско-армянской границы. В результате нападения Армении в боевых столкновениях погибли 11 военнослужащих Азербайджана, в том числе представители руководящего состава и один мирный гражданин. Есть раненые и пострадавшие. Подобного рода действия и провокации со стороны Армении являются серьезным нарушением норм и принципов международного права, суверенитета, территориальной целостности и нерушимости международно признанных границ Азербайджанской Республики, которые создают препятствия на пути мирного урегулирования армяно-азербайджанского Нагорно-Карабахского конфликта. Все действия Армении, участником которой она является, противоречат международным правовым документам. Мы, Конгресс Азербайджанцев Республики Молдовы, обращаемся к парламенту Республики Молдова, а также ко всем международным организациям, в том числе ОБСЕ, ООН, с требованием провести тщательное расследование актов провокации, агрессии и насилия, совершенных вооруженными силами Армении против Азербайджанской Республики в узком направлении Азербайджано-армянской границы. Кроме того, просим признать Армению в соблюдении норм и принципов международного права и неукоснительному исполнению резолюции 822, 853, 874 и 884 Совета Безопасности ООН, требующих полного безоговорочного и безотлагательного вывода армянских вооруженных сил с оккупированных территорий Азербайджана. Напоминаем вам, что вот уже более 30 лет в результате агрессии со стороны Армении против Азербайджана приблизительно 20% азербайджанских территорий, Нагорный Карабах и 7 прилегающих к нему районов находятся под армянской оккупацией, а более 1 миллиона азербайджанских беженцев, вынужденных переселенцев, лишены возможности вернуться в свои родные земли. Международно-правовая ответственность за эскалацию напряженности в регионе полностью лежит на Республике Армения. Решительно осуждая преднамеренную провокацию 12 июля 2020 года, мы требуем дать юридическую и политическую оценку неправомерных действий со стороны Армении и признать эту страну к ответу за продолжительную оккупационную политику в отношении азербайджана. Я сейчас сын Азербайджан! Officials, as well as the civilian, were killed in military clashes. There are wounded and injured. Such actions and provocations by Armenia are a serious violation of the norms and principles of the international law, including sovereignty, territorial integrity, and inviolability of the internationally recognized borders of the Republic of Azerbaijan, and creates obstacles to the peaceful settlement of Azerbaijan-Armenian Nagorno-Karabakh conflict. All these actions are of Armenia contradict the international legal documents to which this country itself is a part. We, the Congress of Azerbaijanis of Moldova, appeal to the Parliament of Republic of Moldova as well as to all international organizations, including OCCA, the UN, with the demand of to conduct a thorough investigation of all of acts of provocation, aggression and violence committed by the armed forces of Armenia against the Republic of Azerbaijan in the Tavuz direction of the Azerbaijan-Armenian border. In addition, we ask all to call on
Armenia to comply with the norms and the principles of international law, including the strict implementation of UN Security Council resolutions number 822, 833, 874, 884, demanding the complete, unconditional and immediate approval of the Armenian armed forces from the occupied territories of Azerbaijan. We remind all that for more than 30 years, as a result of the aggression by Armenian against Azerbaijan, approximately 20% of the Azerbaijani territories of Nagorno-Karabakh and seven adjacent regions are under Armenian occupation. And more than 1 million Azerbaijani refugees and internally displaced persons are deprived of the opportunity to return to their native lands. The international legal responsibility for the escalation of tension in the region rests entirely with the Republic of Armenia, strongly condemning the deliberate provocation on July 12, 2020. We demand to give the legal and political assessment in the legal action of the part of Armenia and to hold this country accountable for the long-term occupation policy towards Azerbaijan, the Congress of Azerbaijanians of Moldova. Biz birlikte, bizi bir cüzdüyüz. Tamam. Biz birlikte cüzdüyüz. 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 Бизнес-лист, Азербайджан! Конгресс Лазери Лорди Республика. Конгресс Лазери Лорди Республика Молдова condamnat cu vehemență actul de agresiune a Armeniei săvârșit la 12 iulie 2020 în direcția regiunii Tovuz a graniței Azero-Armeniei. În urma atacului din partea Armeniei, 11 militari azeri, inclusiv oficiali de rang înalt, precum și civil, au fost uciși în confruntații militare, sunt răniți și afectați. Astfel de acțiune și provocări din partea Armeniei reprezintă o încălcare gravă a normelor și principiilor dreptului internațional, inclusiv suverenitatea, integritatea teritorială și inviolabilitatea frontierilor recunoscute la nivel internațional a Republicii Azerbaijan și creează obstacole în soluționarea pașnică a conflictului armeno-azer în Nagorno-Karabakh. Toate aceste acțiuni ale Armeniei contrazic documentele juridice internaționale la care această țară face parte. Noi, Congresul Azerilor din Republica Moldova, apelăm la Parlamentul Republicii Moldova, precum și la toate organizațiile internaționale, cererile de a efectua o investigare minuțioasă a actelor de provocare, agresiune și violență comise de forțele armate ale Armeniei împotriva Republicii Azerbaijan și în direcția Tovuz la granița Azero-Armenă. În plus, vă rugăm să solicitați Armeniei să respectă normele și principiile dreptului internațional, inclusiv punerea în începere strictă a rezoluțiilor 822, 853, 874, 888 ale Consiliului de Securitate ale ONU, care solicită retragerea conflictului necondițională și imediată a forțelor armate Armeniei de pe teritoriile ocupate din Azerbaijan. Reamintim că de mai bine de 30 de ani, ca urmare a agresiunii Armeniei împotriva Azerbaijanului, aproximativ 20% din teritoriile azere Nagorno-Karabakh și 7 regiuni inclusive se află sub ocupație armeană. Iar peste 1 milion de refugiați azeri și emigrați forțați sunt privință de posibilitatea de a se întoarce în țara lor natală. Responsabilitatea legală internațională pentru escaldarea tensiunii în regiune revine în totalitatea Republicii Armenie, condamnând ferm provocarea deliberată din 12 iulie 2020, solicităm să facem o evaluare.
Bulgaria legalis și politica acțiunilor ilegale din partea Armeniei și să responsabilizăm această tragedie politică o ocupație pentru lung față de Azerbaijan. Mulțumesc! Все. Чувак, машина мне рикки вери. Тез. Мамут машина. Кажи, мамут машина мне. Тез был. Давай, иди прием. Это малым. А потом Азербайджан все же дай, дай. Машина в ООН. Азербайджан! Все же дай, дай. Баркаю на автомобиле. Vulcanul 1, eu granit 2. Manifestanța și începe în barcați. Ce de-aia îndașa, da-va, da-va, chestii? Если хотят, пусть мир, если не хотят, пусть собрать свой чемодан, уходят там. Мы им хлеб дали, земля дали, переуйти, а потом они против нас начали. Это наша земля, это наша земля, пожалуйста. Пусть весь мир поддерживает нас, помогает нам. Мы хотим этот вопрос решать мирно. Уже все, хватит. Не хотим уже мирно, все. Если наши главнокомандующие дашь нам молодежь, вот команду, нам автомат не надо, оружие. Мы руками будем освобождать. Это наша земля, руками, нам оружие не надо. Вот это молодежь. 10 миллионов населения Азербайджана будет без оружия, еще освобождать свою землю. Нагорный Карабах – это Азербайджан. Нагорный Карабах – это сердце Азербайджана. Нагорный Карабах – радость нашей, уважение – это наш Азербайджан. Карабах – территориальная целостность Азербайджана. За свободу Карабаха мы будем всегда бороться. Thank you.
сердца. Зайдите, пожалуйста, за изучать, я не готова. На тут ваше, нет? Нет, вы скинете блазер, нет, вы скинете блазер. Скини транспорт. Ты блазер скинул. Нет, скини транспорт. Три даже на август. Ну, шапчин за шпат, про лаву сути. Так, а замок трябва да ținem на линия, Ихиана. Артур, да будем тинти. Где тротуар? На тротуар все потом же держат на пути. Yeah.
Акт агрессии Армении совершен 12 июля 2020 года в направлении Тавузского района азербайджанско-армянской границы. В результате нападения Армении в боевых столкновениях погибли 11 военнослужащих Азербайджана, в том числе представители руководящего состава и один мирный гражданин. То есть раненые и пострадавшие. Подобного рода действия и провокации со стороны Армении являются серьезным нарушением норм и принципов международного права, суверенитета, территориальной целостности и нерушимости международно признанных границ Азербайджанской Республики, которые создают препятствия на пути мирного урегулирования армяно-азербайджанского Нагорного Карабахского конфликта. Все эти действия Армении, участником которой является Армения, участником которой она является, противоречит международным правовым документам. Мы, Конгресс Азербайджанской Республики Молдовы, обращаемся к парламенту Республики Молдовы, а также ко всем международным организациям, в том числе ОБСЕ, ООН, с требованием провести тщательное расследование актов провокации, агрессии и насилия, совершенных вооруженными силами Армении против Азербайджанской Республики в Тавузском направлении азербайджанской армянской границы. Кроме того, просим признать Армению к соблюдению норм и принципов международного права, непустительному исполнению резолюции 822, 853, 874, 884 Совета Безопасности ООН, требующий полного, безоговорочного и безотлагательного вывода армянских вооруженных сил с оккупированных территорий Азербайджана. Напоминаем вам, что вот уже более 30 лет в результате агрессии со стороны Армении против Азербайджана приблизительно 20% азербайджанских территорий на Нагорный Карабах и 7 прилегающих к нему районов находятся под армянской оккупацией. А более 1 миллиона азербайджанских беженцев, вынужденных переселиться, лишены возможности вернуться в свои родные семьи. Международно-правовая ответственность за эскалацию напряженности в регионе полностью лежит на Республике Армения, решительно осуждая преднамеренную провокацию 12 июля 2020 года. Мы требуем дать юридическую и политическую оценку неправомерности действий со стороны Армении и призвать эту страну к ответу за продолжительную оккупационную политику в отношении азербайджанцев. Конгресс азербайджанцев Республики Молдова. Я же сын Азербайджан! Я же сын на границе азеро-армян. Им плюс вырубаемся соли читать Армении. Все респекты
final, inclusiv punerea în aplicare strictă a rezoluțiilor 822, 853, 874, 884 ale Consiliului de Securitate ale ONU, care solicită arestarea completă, incondițională și imediată a forțelor armate Armeniei de pe teritoriile ocupate din Azerbaijan. Reamintim că de mai bine de 30 de ani, ca urmare a agresiunii Armeniei împotriva Azerbaijanului, aproximativ 20% din teritoriul Azeriei, Nagorno-Karabakh și 7 regiuni infectate se află sub ocupația armeană, iar peste 1 milion de refugiați azeri și imigranți forțați să fie privați de posibilitatea de a întoarce în țara lor natală. Responsabilitatea legală internațională pentru ascendarea tensiunii în regiunea revine în totalitatea Republicii Armenia. Consider provocarea deliberată din 12 iulie 2020, solicităm să facem o evaluare legală și politică a acțiunilor ilegale din partea Armeniei și să responsabilizăm politica de ocupație pe termen lung față de Azerbaijan. Здесь еще мужчина мало, чтобы Стоп, Армения на крыше! 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 Violation of the norms of and principles of international law, including sovereignty, territorial integrity, and the availability of the internationally recognized borders of Republic of Moldova of Azerbaijan, and creates the obstacles to the peaceful statements of Azerbaijan-Armenian Nagorno-Karabakh conflict.
All these actions of Armenia contradict international legal documents to which this country itself is a part. We, the Congress for the Republic of Moldova, appeal to the Parliament of the Republic of Moldova, as well as the international organization, including the OSCE and the UN, with a demand to conduct a prolonged investigation of acts of provocation, aggression, and violence committed by the armed forces of Armenia against the Republic of Azerbaijan in the taboo direction of the Azerbaijan principles of international law. In addition, we ask you to call on Armenia to comply with the norms and the principles of international law, including the strict implementation of the UN Security Council resolutions 822, 833, 874, 884, demanding the complete, unconditional and immediate withdrawal of the Armenian armed forces from the occupied territories of Azerbaijan. We remind you that for more than 30 years, as a result of the aggression by Armenia against Azerbaijan, approximately 20% of the Azerbaijan territories of the North Karabakh regions are under Armenian occupation, and more than 1 million Azerbaijan refugees and internally displaced persons are deprived to return to their native place. The international legal responsibility for the escalation of tension in the region rests entirely with the Republic of Armenia, strongly condemning the deliberate provocation of July 12, 2020, we demand to give a legal and political assessment to the illegal actions on the part of Armenia to hold this country accountable for the long-term occupation policy towards Azerbaijan, the Congress of Azerbaijanis in Moldova. Стоп Армения, терроризм! Стоп Армения, терроризм! Стоп Армения!
Это провокация, это провокация, это провокация.
единицы, посольство Армении будет вызывать провокации, скажем, создавать провокации. Вот как делают вооруженные силы политическое руководство Армении, нарушают все нормы международного права, принципы международного права, нарушая постоянно стреляют по нашим селам. Я посол Азербайджана в Молдове, делаю официальное заявление по сегодняшнему инциденту, то, что произошло напротив посольства Армении. Это мирное шествие. Азербайджанцы Молдовы согласовали в соответствии с законодательством Молдовы и проводят мирное шествие. Были, как вы знаете, утром у посольства Азербайджана. Я перед ним выступил, поблагодарил их за их поддержку вооруженных сил Азербайджана, за поддержку Азербайджана, что выражает озабоченность, что вооруженные силы Армении, нарушая режим временного прекращения огня, нарушает все нормы, принципы государственного, то есть все нормы, принципы международного права и стреляет по нашим мирным жителям, по нашим военным постам. Вот. И вооруженные силы Армении совершили попытку захватить новые территории. Не на территории
оккупирована территория Азербайджана, армянская агрессия вооруженным силам Армении в настоящее время. Как вы знаете, что на Горный Карабах и около 7 районов в настоящее время находится под армянской агрессией. И из этих регионов были изгнаны около 1 000 000 беженцев. И эти беженцы, вынужденные переселенцы, сегодня живут не на своих родных очагах, на другой территории Азербайджана. Мировое сообщество признает эти территории как часть Азербайджана. Есть 4 резолюции Совета Безопасности о немедленном освобождении данной территории без всяких предварительных условий. Вооруженные силы Армении должны освободить оккупированную территорию Азербайджана, чтобы беженцы вернулись на свои исторические земли. Кроме постановления и резолюции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, также имеется постановление резолюции аналогичной международной организации. Около 30 лет армянское руководство грубо нарушает принципы норм международного права, нарушает все резолюции, все постановления и не покидает оккупированной территории. Мы, Азербайджан, имеем право восстановить свою территориальную целостность. В 2016 году, в апреле, армянские вооруженные силы опять же нарушили государственные границы, стреляли по нашим селам, по нашим мирным жителям. Соответственно, вооруженная боеспособность современная, вооруженная сила Азербайджана не только их остановили, еще освободили 2000 гектаров азербайджанской земли из той оккупированной азербайджанской территории. Мы им показали, что Азербайджан сегодня имеет достаточную силу, мощь для того, чтобы освободить свои оккупированные территории армянской агрессии. А что сегодня напротив посольства Армении произошло? Между армянской общиной и азербайджанской общиной стычка. Кто является виновником этой провокации, как мы считаем? Два человека, этнические армяне. Один является депутатом парламента Молдовы, а другой является советником президента Молдовы Эрнест Варданян и Гай Варданян. Как я считаю, и правильно считаю, что это два лица, который один представляет парламент, другой про власти Молдовы, они обязаны работать благо молдовского государства, благо молдовского народа, а не по происхождению представлять интересы Армении, которая является нарушителем международного права и которая оккупировала чужую территорию. И мы, посольство, власти Молдовы вместе делаем все для того, чтобы между армянской общиной и азербайджанской общиной был мир, согласие. А это два лица, сегодня присутствуя во время этого митинга, мирного митинга у армянского посольства, поприсутствовали с другой стороны, со стороны посольства Армении. На это не имеет морального права, не имеет право по вашим законам и по закону государства. И в адрес азербайджанцев, мат-перемат, самыми страшными словами на армянском языке, а здесь половина знает армянский язык, как можно в их адрес мат-перемат, это кавказский человек. Кроме того, что мы сильно армяне вас наказали, оккупировали вашу территорию, еще дальше будем оккупировать, и не выдержали перетасовка, стычка, и хорошо, что никого никто не убил. Как можно это допускать? И самое интересное то, что полгода назад этот Гай Варданян, депутат парламента Молдовы, в ПАСЕ, парламентской ассамблее Совета Европы, он там представлял ваш парламент и поставил подпись, обратился в парламентской ассамблее Совета Европы, что в армяно-азербайджанском конфликте виноват Азербайджан. И, повторяю, поставил подпись на этом документе. И азербайджанская община тогда официально обратилась на имя президента Молдовы, на имя председателя парламента Молдовы, что это недопустимо.
он депутат парламента Молдовы, пусть представляет, скажем, интересы молдовского народа, парламента Молдовы. Это, то есть тем самым они переносят тот конфликтную ситуацию на территорию Молдовы. Более того, они этим делают попытку, пытаются разрушать добрые, дружеские, партнерские отношения между Молдовой и Азербайджаном. Это недопустимо, и вы должны на это внимание обращать обязательно, что молдавский народ этого не заслуживает. Как вы думаете, и у них на это нет права просто. Как вы думаете, эта ситуация только из Армении, из Азербайджана, или есть и другая страна, которая влияет? Россия, может быть, или другая страна? Знаете, я бы не хотел прокомментировать, то есть, отвечая на ваш вопрос, роль России в этом. В любом случае, история скажет, кто в этом замешан, кто не замешан. В современном мире ничего секретного нет. А вы как вы думаете? Вы ожидали, что они так реагируют? Как? Вы ожидали, что они так будут реагировать? Я как посол страны не мог ожидать. Я государственный человек. Я соблюдаю принципы государственного чиновника и знаю государственные законы. Работая в Молдове, делаю все, чтобы молдавско-азербайджанские отношения были на высоком уровне. И молдавский народ, президент Молдовы, молдавский народ с азербайджанским народом дружит. У нас добрые отношения. Президент Молдовы, президент Азербайджана имеет дружеские, партнерские отношения. И неспроста, когда по борьбе с коронавирусом, когда пандемия наступила, Азербайджан отправил Молдову 30-тонный груз помощи, как гуманитарный груз. Тем самым мы выразили добрую волю, дружбу, что мы с вами тяжелые минуты с вами. И очень благодарен Азербайджан за поддержку правительству Молдовы, что в эти минуты молдавская сторона, официально Министерство иностранных дел Молдовы официально выразила, подписала официальный документ, что декларация, что Молдова признает территориальную целостность Азербайджана. И Нагорный Карабах и оккупированная территория являются территорией Азербайджана. Также Азербайджан со своей стороны признает территориальную целостность Молдовы. И в любом документе, и в любом формате, во всех заседаниях международной организации Азербайджан сторона во всех уровнях поддерживает и признает территориальную целостность Молдовы. Мы с вами обязаны делать так, чтобы третья сторона не попытались разрушать наши дружеские отношения. И никто на это не имеет права. И мы не должны молчать с вами. Пусть это депутат и советник президента, пусть они забывают, что они армяне, пусть они там представляют здесь культуру по этническому происхождению Армении, они не попытаться азербайджан-армянский Нагорно-Карабахский конфликт переносит на территорию Молдовы. Это недопустимо. Более того, азербайджанцы с армянами Молдовы не должны драться. Мы должны приостановить всегда, чтобы у них было между ними были согласие и мир. У нас на это права нет, чтобы они между собой конфликтовали. Потому что они являются жителями, гражданами вашей страны. Спасибо. Скажите, пожалуйста. Пожалуйста. Вы идете дальше? Посмотрим. Сейчас подождем. Давайте скажите. Почему перешли? Они геноцид. Они чужие земли. Живет? Они приходят к нам домой. Хочется? Азербайджан.
Ölmez! Şehitler ölmez!
İstemiyor kör olsun. Azerbaycan var olsun. İstemiyor kör olsun. Azerbaycan var olsun. İstemiyor kör olsun. Azerbaycan var olsun. İstemiyor kör olsun. Adı da gelmez.